كنا سوينا إحسان من الحرم. В прошлый раз мы сняли фильм про Каабу, а в этот раз мы решили снять фильм про Медину. Вторая по значимости мечеть мира – Аль-Масджид Ан-Набави. Ассаляму алейкум, как дела? Я взволнован. Я в первый раз захожу в поезд. Сейчас попробую сделать правильно. В одной упаковке 700 переплетов. Также есть минарет, отличающийся от других. Это очень высоко. Каковы ее размеры? Кто такой Усман Таха, чьим почерком написан Мединский Коран? Сколько людей обслуживает паломников? Как поставлена работа всех служб этой мечети? Как расширялась эта мечеть? Давайте вернемся на 1400 лет назад, к самому началу строительства мечети пророка. Заповедная мечеть 2. История мечети пророка Мухаммада.